Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, разыграйте два растения на воде. Ага, видимо, я разыграл, когда тут играл. Ладно, хорошо, нанесите бонус на атаку и выиграйте игру крепким зомби-героем. Ну что, давай, наверное, сыграем. Так, зеленая тень. Зеленая тень у нас имеет... Ну да, давай за нее сыграем тогда. Она на воде у нас может поставить много чего. А нам нужно всего лишь одного, да, поставить персонажа. Так, это у нас 22 ранг. Хорошо. Так, ну вот это вот лишнее, наверное, это тоже. Да ну, ну что это, ну ядрен матрен. Вот они мне выдали здесь, а ты посмотри. Хорошо. Че, этот выставлять? Или же... Да ничего я пока не буду ставить. У него ландшафт. Так, друзья, ну что, на воду ставим, да? Как я и хотел. Или выкинуть его? Да не, давай, наверное, так сделаем. Давай, наверное, сделаем так. Угу. Так. И, наверное, вот так. Пока хорош. Кровожадность. В кого он там сейчас превратится? Ну этого мы выкидываем сразу же, да, друзья? Такие болтусы нам здесь не нужны. Так, он еще вытягивает две карты. Ты полюбуйся на него. У него еще одна такая лужайка, ребят, есть. Так, ну давай подумаем. Зря ты так делаешь, парень. Я еще вот так вот сделаю, наверное. Ну, что я могу сказать? Все? Все, ребята? Ну что, второе у нас разыграно, да, получается? Да, нанесите бонусную атаку и выиграйте с крепким зомби-героем. Бонусную атаку. Госыграем Виталия. Виталия. Сейчас я тут заберу все. Где Виталия? Виталия. Ну вот, давай, Виталий, сыграем. А кого я выбрал-то? Можно мне поменять на ореха? Ожидание ответа. Так, а у тебя 21-й. Ну хотя, может быть, он нормально играет. Мы же... Смотри, у него. Он какой? 40-й ранг получил, да? Потому что вот такая вот, когда высшую лигу получаешь, должна быть рамочка, а у него золотая. Ну, если ты не отвечаешь, то уж извиняй.
Ну. Короче, понятно. Больше принимать предложения не буду. Так, ну а я не головоломная вечеринка, мне нужна. Сбили меня с этого. Я выбираю, короче, разгрома. Но мне нужно еще сделать так, чтобы у меня была бонусная атака. Блин, я не помню, у кого же там бонусная атака-то есть, а? Кто у нас имеет бонусную атаку? По-моему, профессор мозговая атака, он имеет бонусную как раз, да? Если я что-то не путаю. Так, ладно, у нас Роза. 34-й ранг у нее. Крутая. Сейчас посмотрим. Ну, первый, понятное дело, пойдет вот этот вот зомби-менеджер. Потом гаргантолога, мне кажется, пока ставить рано. Запечатают ее. Насколько она там меньше? На 2, по-моему, единицы, да? Уменьшает. Да, на 2. Ну, поехали. Тебя умоляю, ну нафига вот это вот дали мне, хмареныши, а? Небесный смотритель. Еще один. Роза, 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 что ты там сейчас задумала, а? Выдал мне вот этого с орехами. Нафиг он мне нужен, а? Два и три, пять, да, получается, если мы гарганту... О! О! У нас вирус, друзья. Будем использовать, наверное, да? Мне интересно, будет замораживать кого-нибудь или превращать? Вирус, конечно, это хорошо. Да, что-то делает. Что-то, ребята, делает. Пловчиха. Да ладно, еще и сейчас превращать будет в козла. Пропустим пока, да? Заморозочка. Че, вирусняк? Поехали. Короче, он на заморозках, ребята, будет играть. Он будет играть на заморозках. Давай сделаем так. Да. Поехали. Ну, как бы это немножко неожиданно, если честно. Ну, ладно. Thank you.
Грипп. Заморозка, ладно. Поехали. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, далее делаем. Так. И вот так. Угу. Ну, допустим. Опять заморозку делаешь? Поехали. Тюнс. Ну а дальше что, ребят, делаем? Ха-ха-ха-ха. Смотри, что вытворяет. Так, пробьем, интересно, или нет? Нет, не пробьем. Пока. Да, в принципе, кранты ведь, да? Ну да, это все это уже, ребят. Финита ля комедия. На! Получи. Все. Роза, ну, не справилась она. Здесь Гаргантюа вырулил ситуацию. Так, но мне нужно еще нанести бонусную атаку. Об этом не забываем, ребята. А, все. Что-то быстро. Ну, давай тогда сыграем за... Кого? За орешек наш? Любимый. Любимый мой, родной. И выпадает нам замех, собственно. А может быть, нам надо было... Давай-ка мы ежедневочки сейчас... Не ежедневочки, а эти попроходим. Как они называются? Ну, задание, ты понял, да? Так, выпадает нам орешек. Вот так вот я сделаю, пока. Так сказать, прикроемся. У него валун, может быть. Да не может быть, он у него, скорее всего, и есть. Он ничего не стал делать. Давай это сюда поставлю. А может быть, флакончик? Не, флакончик вряд ли. Угу. Ладно, камня нету, что ли, у тебя? Получается, что нету, ребята. Давай еще так сделаем. Угу. Такой на расслабоне парень, да? Паренек на расслабоне. Давай так сделаем.
Че задумался-то? Ага. По одной единичке урона всем. А прикинь бы, у меня вот родник был бы. Представляешь? Или у него там какой-то еще коварный план? Вирус. Ну, поехали. Что же сделать-то нам? Как сделать? Можно поставить вот этого парня, да? Малорик. Так, два и... Слушай, зачем нам 2 и 3, там 2 или 4? Мы можем его бомбануть, в принципе. Или нам добор лучше сделать. Как вот лучше сделать тут? Так я его не пробью, понимаешь? Ладно, уговорили, давай сделаем так. Все? Ауч, я не могу сюда поставить. Я не могу туда поставить, а? Давай сделаем так. Но он опять, наверное, вирус, да, свой активирует, скорее всего. Куда-сюда? Ради бога. Мне так даже лучше, ребята. Этого я в любом случае уничтожу через... Сам понимаешь, что. Чего он тут радуется? Он там радуется, я в упор не понимаю. Но кто он там? Кого он там поставит сейчас? Ух ты. Давай так сделаю. Парень остался без карт совсем. Паренек остался без карт. Ну, вы, ребята, наверное, понимаете, что это хана ему просто-напросто. Последний баллончик свой потратил, да? Засраный. Давай еще разок. Итого у тебя 7 хп осталось, парень, да? А у меня помидорки. А у меня помидорки. Все? До свидания. Что-то не сработал, опять же, у него, ребята, фокус, который он там планировал сделать. Так, я хотел глянуть, знаешь что? На
Геройские задания. Повысите силу лупы до 9 единиц. Создайте гороховый отряд вместе с зеленой тенью. Гороховый отряд. Глава 7 должен повысить силу 4 горошин. Так, применяйте бонусный атак капитана Огонька в бою. Познакомьтесь с орехом доспеха, помогите ему обуздать его силу. Кабачок должен уничтожить 3 зомби. Какой кабачок? Вот этот? Нет, тыква. Кабачок. Какой кабачок-то? Это груша, по-моему, это не кабачок. Ну, грызши, детенок грызши. Какой кабачок? Кабачок, по-моему, не этот. А, вот этот кабачок. Блин, и вот этот кабачок. Ну, давай вместо свеклы. Вместо свеклы я возьму вот этот кабачок. Кстати, очень много дублей, ребят, может быть, нам это... Дубликаты-то, помню, что... О, на 1500 у нас дубликатов, прикинь. И я хотел, знаешь, что сделать? Уже давно, ребят, хочу это сделать. Правда, вот не знаю, стоит ли мне заморачиваться ради зомби. Я хотел создать для него вот этот вот мне тоже, в принципе, нравится. Но я хотел создать... А где у меня? Эй, погоди. Вот. Хотел давно вот эту вот акулу, ребят, создать. И я, наверное, создам ее. Гудит такая что. Ну что, теперь вполне можно попробовать. Главное, чтобы кабачок выпал. Только выпал, когда уже мы там побеждаем, и я могу себе позволить использовать кабачок. А не знаешь, когда у тебя там напряженка, и ты... Кабачок! Лег на бочок. Так, ржавый разряд против нас. Ну, наверное, вот так вот. О, ну, в принципе, ребят. Лишь бы не было этих ботаничек. Потому что, когда я вижу ржавого разряда, у меня сразу ботаники. С телепортами, со всей ерундой. Я пропускаю тоже ход. Так, берет дополнительную энергию. Давай сделаем так. Я знаю, что он может уничтожить. Ой, хорошо-то как. Мишень. Ну, мишень, ребят, надо бомбить. Только как ее лучше уничтожить-то? Так, наверное. Он может понизить силу атаки нам. До 1 единицы, кстати, ребят. О! Какие люди! И без охраны. Ты посмотри. Ну что ж, давай. Ага. Вафельник улис. Так, ладно.
сейчас начнет бомбить, да? Понятно. Как тут лучше сделать-то нам? Давай я, наверное, сделаю так. И вот так. И вот так. Угу. Вирус у него может быть. Скорее всего, он и будет. Угу. Все зависит от того, куда вот этот будет бомбить. В кактус. Но мы ему все равно в лицо-то попадем. Отличная карта, это нам пригодится. Ботаник в лес. Так, друзья мои, ну что, ставим защиту. Дальше-то что делаем? Что, мы еще поживем, да, получается? Поехали. Слушай, а у него уже может быть еще один курабочек. Я что-то об этом не подумал, кстати. Нет, у него не курабочек. Не знаю, как это назвать, великая радость или невеликая радость. Можно сделать так, попытаться. Ну и вот так. У него вирус, ребят. Ну, пока все. Тут, конечно, блин, сейчас наполучаем мы. Ну тут пробьет. Хотя, может быть, не, в блок вряд ли попадет. Если бы он чуть бы пораньше бы сделал бы, мы могли бы, конечно, взорвать их всех, ребят. Бомбой. Но он сделал вирус после. Поэтому тут никак, к сожалению. Взрывать не было смысла. Если бы я потратил даже на курабойщика хотя бы, все равно мы бы получили бы звездюлей потом попозже. На второй ход через вирус. Так что, если бы мы выставили желудь бы пораньше, ну, может быть, как-то спасло. Но он бы желудь уничтожил. В первую очередь. Вот этих вот у нас нету. Вот они у меня, их дофига, а они мне не выпадают, ребят. Че, на пиратах, что ли? Такое впечатление, что на пиратах. Так, помидор. Помидор — это хорошо. Всегда хорошо, ребят. Два даже. Давай сделаем так. Говорил.
Что, у него может быть кровожадность, может быть... Сундук. Ладно, я сделаю так. Поехали. Ох, как ему не понравилось, а, друзья мои, кровожадный. Ну, конечно же. Экс, ну что, цветочек этот позже мы выставим. Я тебя понял, парень. Артишок или как он там? Я же не помню, как его увеличать-то там. Колдует. Ну давай, мне тоже карту, пожалуйста. Мне всего лишь одну дали, да? Так, этого минус. А дальше что делаем? Дальше хиляемся. Дальше мы хиляемся. А это кусок идиота. Все? Погнали. Кто там у него появился? Танцор диско. Так, а дальше-то что? Поставим этого, будем хиляться. Он над грубью прячет. Ради бога. Блин, я думал, сейчас защита сработает, а нифига не сработала. Даже так. Блин, небольшую ошибку сделал я. Друзья мои. Небольшую я сделал ошибку. Что он там, двух бесят вызывать может, да? Угу. Так, ну этого в трубу. Тут блок. Пока не будем ничего делать. Так, это все. Блин, разбивать что ли? Давай разобьем, фиг с ним. Сейчас посмотрим. Смотри, что делает. Ну вот это как называется, ребят? Вот это вот как называется все? Если мы сейчас в блок. Ну мы, есть шанс пробить, ребят, есть. Он сейчас будет. Если выживем, а мы не выживем. 14 в лицо получим. Вот от этого, а. Подожди, а на нем тоже? Да, на нем тоже, ребят, есть. На, в лицо тебе, гаденыш. Шикарно, просто шикарно, ребята. Сам не ожидал. Ну, вот это вот, я считаю, вообще просто сверх заподлянка.
Вот это вот. Когда таких вот тебе дают. И плюс еще чувак, который их прокачивает на 1+1. Тут уж извини, ребята, я просто умываю руки. Это надо быть на грани, знаешь, везучести. Просто на грани везучести. А как еще это можно объяснить? Дженк. Дженк, Дженк, что же мне делать-то? Стоит ли мне как-то... Наверное, стоит. Но у него, как обычно, сейчас будет усиляшки там всякие, блин. У меня вообще здесь кукуруза есть или нету? Ребят. Сейчас посмотрим, шар будет использовать он. Он понижает мне атаку. Хорошо. Ты все на что-то способен, парень? Еще один хмырь. Давай сделаю вот так вот, наверное. И пока все. Сумоист. Ну, допустим. Так. Ребят, теперь пора нам выставлять. Слушай, у него флакона нет, наверное. А вдруг есть? Он не зря нам понижал здесь атаку, ведь так? У него наверняка есть валун. Че он там делает? Так, растение на всех линиях вынет, получает плюс 2. Но это лиственная эволюция. Лиственная эволюция, ребят. Это вам не хухры-мухры. Так, попадает в орех, этот погибает. Если он, конечно, его сейчас как-то не усилит. Так, зомби. Телепортация создает. Так, этот погибает. Так, мы ему сейчас еще немножко навтыкаем урона здесь. Дальше идем. Так, у нас есть помидорка уже вышла, выпала. Он там себя хиляет, это понятное дело. Пускай там себе хиляет, что хочет делать. Я сделаю вот так. Ну и, наверное, вот так вот. Делает неуязвимость. Типа затарился неуязвимостью, да? Так, у нас есть еще орех. Ну, гаденыш. Ну, гаденыш, а? И что вытворяет? Блин, у него сработает защита сейчас или нет? Нет, не успел парень.
восстанавливать 6 здоровья. Но мы у него 6 здоровья сейчас отнимем. Так же, как он себе их восстановил. Вот у нас как, да? Так, превращаем его в кого? В грибок там какой-то? А, мы не превратим, потому что у нас тут заняты все ячейки, к сожалению. Че он там прокачивает? Кого он там прокачивает? Я не знаю, ребят, кого он там прокачивает. Можем прикрыться. Но этого засранца однозначно надо валить. Тут уж как ни крути. Ладно, пока не будем ничего больше делать. Поехали. Что за карты мне выдают, блин? Я пока, ребят, не понимаю, какую-то ерунду. Давай так сделаю. Что-то чувствую, сейчас что-то будет такое плохое. Ага. Вот как у тебя, да? 6, 8. По-моему, ему кранты, ребят. Достоялся там, да поливался. Да выеживался. Так так и надо, мне не грамульки, ребят, его не жалко. Прям вот не грамулечки вообще. Поехали, последний поединок, надеюсь. Нам надо 3-4 ранг попадать. Так, это бессмертие 25 уровня. Чё-то как-то вот... Чё-то вроде бы как бы и хорошо, и в то же время, ну... Друзья, на данный момент рука... Это не рука. Это просто подстава. Даже несмотря на то, что мне дали вот этот орех. Что, извините, мне я здесь должен сделать с этим орехом? Поставить его и молиться на него? Да. Он амфибию может поставить на воду, что усложнило бы мне жизнь, если честно говоря. Ландшафт. Он будет охотиться сейчас за орехом. Мне кажется так. Нет, не стал он находиться за орехом. Странно. Главное, чтобы мне подсунул хорошо так дал то, что нужно. Орех девяточка. Ну что, я проверю, ребят. Попросил, называется, что-нибудь хорошее дать. Дал мне. Что-то карта девятка, восьмерка. Да нефиг, потому что здесь елозить. Превращать, да, собрался? Пиратик.
Ой, что ж ты будешь делать-то с этими пиратами? Ну, поехали. Так. Что дальше? Он ничего не стал ставить, ребят. Ну, хорошо. Вот так вот даже. Меня устраивает все, ребят. Сейчас свою амфибию поставят. Ну, там у него 3-2, по-моему, да? Если он поставит сюда и крышка. А он ничего не стал делать. Но ведь на этом история не заканчивается, да? Конечно, не заканчивается, друзья мои. Конечно, не заканчивается. Погнали. Ой-ё! Это, ребят, крах. Ну как крах? Ну, относительно крах. В общем, в моих интересах сейчас нанести ему как можно больше урона. Поэтому делаем так. Делаем вот так. Пробиваем ему 4 в лицо, если пробьем, конечно. А потом орехом попробуем размозжить его здесь. По-моему, не получится, ребят, размозжить. 12 лицо плюс бонусная атака. Не вариант. Не вариант. Видишь, и если бы у меня был бы грипп. Я думаю, ты понимаешь, про какой грипп я говорю. Я бы его разнес бы здесь. Через грипп. Всех бы смог бы разнести, даже этого зомби, который на воде стоял бы. И тогда бы ему ничего не оставалось, мы бы нанесли бы ему 4 в лицо. Ну, в общем, тут такая, знаешь... А ситуация, где 50 на 50, все зависит от того, какие карты выпадают. И в какой момент. Был бы грипп, разнес бы. Но опять же, нет гарантии того, что у него не было бы еще набор гарантия. Видишь, он подловил меня как? В ряд. Выслал сюда, чтобы 2 единицы урона получить. Да, здесь, конечно, хорошо. Здесь мой просчет. Ром, да подожди, ну как? Видишь, он тут начинает добирать энергию. Начинает сразу пугать. Если я поставлю ягоду... Мы знаем прекрасно, чем это может закончиться. Все. Блин. Кровожадность наверняка, да, у него будет. Давай проверим. Тут либо он его сейчас уберет через бонусную атаку, либо я пока не знаю, что он еще может придумать. Бонусную атаку он делает. Ну, если он бонусную атаку сделал, ребят, ну... Давай так вот еще сделаем. Еще бонусная атака есть, да? А, у тебя на этот раз у тебя перемещение. Ребят, я пока не переживаю, потому что мне есть чем хиляться. Да! Давай, давай дальше. А, бонусная атака у него еще одна. Интересно, он знает, что у меня есть хил, нет? Я думаю, вряд ли. Ох ты, ох ты.
Погоди. Сейчас только остается, ребята, надеяться. И это хорошо. И это все было хорошо. Угу. Ох ты, что у него есть. Смотри, что накопал. Летучие мыши. Летучие мыши, друзья мои. Че, он опять через свои атаки? Ох, у него еще. Нормально так затарился парень. А вот и кабачок. Так, только не говори, что ты сейчас будешь там эту лепить. Ну это вон... Не, вот этого бомбанем сейчас. Бонусной атаки же у него нету? Нету. Так что валим этого хмыря. И ставим вот так вот. Бумс. Так, так, так. Сундук. Так. И... И... Ну все, да, короче. Не успокоится, да? Так, ребят, ну что? У нас не такой уж большой выбор. Мы сделаем вот так вот. Мы сделаем вот так. И мы сделаем... И мы сделаем вот так. Поехали. Кого-то он сейчас выкинет. Только не зомбота. Нет, не зомбот это. Дай родник. Родник мне дай. Нет, мне дают. Мне дают далеко не родник, ребята. Далеко не родник. Слушай, по-моему, кранты ему. По-моему, ему хорош. Это тебе уже, парень, это тебе уже не поможет мне вообще никак. До свидания. Все, ребят. Какого-то корейца или кто там, я не знаю, кто там был, но мы его разнесли. Давай-ка мы на сегодня, наверное, будем закругляться, друзья мои. Что-то времени... Да, вот это вот я хотел. 250 энергии получить. Так, создай... Орехляндию и нажми на нее в коллекции. Орехляндию? Это что еще за... Извини меня, Орехляндия? Это не ты? Нет, это, по-моему, не то. Это водяной орех. А что за Орехляндия?
Нет, не это. Вот это что ли? Ну это король клананас или как там? Кокосовый король, по-моему, если не ошибаюсь. Может быть, вот это Орехляндия? Да, это кокосовый король. Вот это Орехляндия, что ли? Да, ребят, это Орехляндия. И еще 20 самоцветов я получил. Ну что, друзья мои, на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.